Есть Господь, мы можем все собираться и служить Тебе, воздавая славу, хвалу, честь. Отец, в этой молитве мы просим Тебя за этот город, за город Ум, благослови, благослови, поставь свою защиту и убери всякий корень зла из этого города. Чтобы здесь не было никакого разврата, не было ни наркомании, ни алкоголизма, чтобы здесь прекратилась преступность, прекратилась коррупция, Господь. И Твоя радость, Господь, она пребывала, Твой достаток, Твой мир убыл здесь, Господь. Мы просим Тебя за власти этого города, за каждого начальника, за маленького, это великого, славянского Христа. Просим за администрацию, за все управляющие власти, за полицию во имя Иисуса, просим Тебя, благослови, чтобы у нас не было каких-то чтобы не было никаких споров во имя Иисуса, а чтобы они были также на нашей стороне. Благослови, воздаем у каждой власти на Тебя, Господь. Мы благословляем все власти этого города. Мы также просим Тебя за церкви во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя за каждую церковь, за нашу церковь, за те церкви, которые еще собираются там отжиматься, подниматься, Господь. Вот Ты сказал, где Твой и Твое служит во имя Твое, там Я. Пусть люди приходят в церковь, пусть слышат Слово Твое, оно сеется, они видят спасение в этом. Во имя Иисуса Христа, благослови, благослови все церкви всего мира, во имя Иисуса Христа. Господь, так же у нас есть много нужд, Господь. И пусть вот эти нужды, которые мы прописываем на этих бумажечках, которые имеем в своем сердце, в своем разуме, которые мы положили в этот конверт, мы вот так поднимаем их, Господь, и отдаем Тебе. Отдаем Тебе, ибо Ты Отец наш, мы верим.